Основной вопрос, из-за которого пришлось созывать депутатов на неочередное заседание – изменения в бюджете. Сумма субсидий увеличивается на 11,4 миллиона рублей. Из этих 11,4 миллиона поступили уведомления из отраслевых министерств на 9,045 тысяч рублей. Это на завершение строительства детского сада на 120 мест в микрорайоне номер 3 и переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2,324 тысяч рублей. Также поступило уведомление на приобретение одного насоса для обеспечения водоснабжения города на 4,397 тысячи рублей. Также увеличены бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности. И на вопрос депутата Виктора Вибы, так есть у администрации долги или нет, Татьяна Викторовна Каденцова кивнула утвердительно. Дефицит бюджета составляет 41 миллион рублей. Но год только начался, и источники финансирования дефицита есть. Депутаты также заслушали отчет о реализации плана противодействия коррупции за 2015 год.